Вот такое вот блюдо. Овощи, чуть-чуть говядинки с рисом. Чапчхе называется. Ну и чё, чапчхе? Здорово, народ. Ну что, давайте немного подкрепимся, так сказать, полезной едой. Здесь есть овощи. Рис, немного говядины. Лучок. Чтоб не болеть. Всем приятного аппетита. Диета, не диета. Иногда же и борща же хочется. В принципе, вот вкусное блюдо. Полезное. Ну, особенно когда себя ограничиваешь в еде, так хочется какой-нибудь вредятины. Ну, вот хлеба хотел, но он такой, с отрубями. После болезни что-то как-то темп немного упал. Но я все равно занимаюсь. Вообще такое впечатление сложилось, то что начал типа правильно питаться, ограничивать себя там. Тут же заболел, блин. Такое ощущение, как будто авитаминоз или что там. Иммунитет пропал куда-то. Иной раз и не поймешь организм. Вчера была первая борщ, сегодня вторая. Когда мало ешь, малокалорийную пищу, сразу чувствуется, организм слабеет. Ну и обжираться тоже не стоит, да? Так что аж ног не чувствуешь. Хотя я это дело очень люблю. По крайней мере, раньше. Что-то случилось со мной. Я перестал любить еду. Мне уже все равно, что мне похавать. Потерял интерес. Ну так, все равно с аппетитом могу похавать что-нибудь вот. Ну какой-то мании такой уже как-то, не знаю, куда-то она исчезла.
Короче, фиг его знает. Что-то в башке переключилось. Ничего не хочу. Ничего не интересно. Фиг его знает, что такое. А, нормально. Все будет нормально. Всем здоровья. Это самое главное. Берегите свое здоровье. Не будет здоровья, блин. Плохо, когда нет здоровья. Так что аккуратнее там. Питайтесь нормально. Если есть возможность. Всем большое спасибо. Всех обнял. Приподнял. Что-то меня там вообще не видать. До новых встреч. Вот что-то как-то настроение вот поснимать появилось. Хоть что-то, блин, хорошее.